Доброго времени суток. Я благодарю за то, что зашли на канал. Смотрите, как проходит уже строительство, продвигается. Какая у нас скоро здесь будет красота. Вот этот торговый центр, который я вам постоянно показываю. Вот такой уже он высоты. Там, по-моему, 24, да, этажа будет. Такой длинный и высокий. Здесь, кстати, реклама идет. По-моему, она круглосуточно. И вот уже местные жители стали тут на нее жаловаться, что мешает спать, приходится зашториваться. Ну, не знаю, кого, вроде бы далеко, кому она там мешает. В общем, так интересно, как за границей реклама двигатель торговли, да, наверное, она нужна. Так, ну что, у нас сегодня за бортом 6 градусов тепла. Снег уже весь растаял, очень хорошо. Амурский залив я тоже вам показывала, растаял. Все, у нас вовсю идет весна. Правда, еще в курточках ходим, кто-то в шапках. Так еще с утра прохладно. Вот, ну, тем не менее, видите, травка уже зеленеет и солнышко блестит. Так, ну и хочу такие новости вам рассказать для тех, у кого дети. Вот запись уже в первый класс началась. Кого это интересует, идет она с 1 апреля по 30 июня. И дети, которые живут на закрепленной территории за школой, и дети, которые имеют преимущество, преимущественное право на зачисление в школы, это к ним относятся дети военнослужащих, сотрудников уголовно-исполнительной системы, сотрудников внутренних дел, таможенных органов, противопожарной службы, а также, если старшие сестры и братья уже учатся в этой школе. Вот такое преимущество. У нас, видите, на электросамокатах уже тут катаются вовсю, во всех точках города есть они. И с 6 июля и не позднее 5 сентября будут зачисляться в школы дети, которые не проживают на закрепленной территории. Заявление на запись в первый класс подают лично через портал госуслуги, можно МФЦ, или по почте с заказным письмом с уведомлением о вручении. И при себе не забывайте иметь надо паспорт, свидетельство о рождении ребенка, документ, который подтверждает право первоочередного или преимущественного приема в школу. Надо также копию документа о регистрации ребенка или справку о приеме документов для оформления по месту жительства. Вот это вот такое сейчас будет интересовать для тех, у кого дети пойдут в первый класс. Так что не забывайте, тоже есть сроки всему. Здесь у нас небольшая пробочка собралась. Это мы по Народному проспекту проезжаем. Сейчас попробуем туда дальше прорваться, пока красный светофор. Какая у вас там погода, пишите в комментариях. Мне интересует, откуда вы смотрите и что у вас там происходит. Ну, по всей России в школы вот в такие даты зачисляют. И кому в 10 класс, вот в новую школу вдруг собрались, то тоже могут подать заявление родители или даже сами школьники, которые достигли 14-летия. Паспорт им уже выдали, они могут тоже заявление написать. А если переход из одной школы в другую, то заявление от родителей или от законных представителей надо, если вдруг собрались в другую школу вы перейти. Ваши, не вы, а ваши дети. Так, здесь у нас показывала я уже супермаркет. Это Народный проспект. Сейчас подъедем. Хочу еще показать, может, кому-то надо где-то отдохнуть.
Вот здесь открыли у нас кафе. Сейчас покажу. Кафе же, правильно, не ресторан. Короче, вот оно. Здесь такое симпатичное. Старый капитан, китайская кухня. Вот так вот выглядит. Я уже и поближе снимала. Вот смотрите. Краснопротив лакомка. Это хлебозавод. И вот здесь оно находится. Так, ну что, пробку снимать не буду. Хорошего вам дня и обязательно мирного неба над головой. Всего хорошего.